И это желание понедельник, рынок. Начинаем с красивого сладкого арбуза. Вот красивый YouTube мараба. Класс, красивый, красивый. На кадр кило. Килограмм, 2 лира. 2 лира кило. Красивые, красивые. Приходите. Штучка 7 лир, штучка 5 лир. Там эта штука, напоминаю. Апельсины 2 кило, 10 лир. Чеснок 15. Черешенко. Понедельник, я не договорил, район Оба. Рынок в районе Оба 15, 7 желтая, 12 и 6 желтая. Черешни много, это вишня. Рынок 10 лир, вишня 8. Рынок уже вечерний, в принципе, 6 часов. Смотрите, какого они размера. Гигантский. Может быть, две части даже будет рынка, не знаю, сейчас подумаю. Много местных на рынке, много туристов, много всех. Яблочки 5, помидор 5. Черешня 13, 25, 20, 15. Смотрите, какая черная и красивая. Вообще огонь. 10. Все равно не понижается цена, вот той самой крутой, которую они по 20 продают. Хотелось бы ее по 10, конечно. Так, цукини я уже не надеюсь увидеть, они резко исчезли. Кабачки остались, а цукини были-были, потом хлоп. Один рынок, и цукини нету. Почему, я не знаю, не могу понять, как так резко может быть. Сейчас только кабачки и баклажаны. Не уступили, ничего. Штука лира такая, цветная капуста. Сабри у нас там с арбузами. Уже как жарко, вроде иду без солнца даже, а просто трэш вообще нереальный какой. Это бамия называется, какая большая. Гирни лира, 20 лир кило. Сабри здесь у нас, арбузы, мараба. А вот эти штуки, я даже не знаю, как они называются. Мне все объясняли, привет, как дела? Как они? Ну это что-то типа кабачков, скорее всего, их как-то готовят. Короче, как он называется, я даже не знаю. Интересная вещь. Вон, есть тоненькие, есть Z13 абрикоски. Этот парень веселый тоже. Есть. Арбузы, арбузы, арбузы. О, у них сейчас большие. Маленькие все продали. Какие огромные. 15. Одна штука 10. 10 лир штука. Даже русский язык. Давай одна штука, давай. Не, я это арбузы не сильно ем, спасибо. Они тяжелые, тяжелые. 15 персики, 10 виноград, 10. Вот эта слива, кстати, обалденная. Смотрите, вот какая она красавица. Вообще просто огонь эта сливка. Сладкая, медовая, очень-очень вкусная. Приходите, они в этом месте всегда оба стоят. Сабри у нас в Чаадаш-Кундура был, вы его все знаете. Он здесь самое главное. Все, счастливо, пока. Так, идем еще вправо. Я время засек. Может быть, даже две части будет. Потом пойдем туда еще, конечно. Здесь постели тоже наш человек. Там его брат сидит. Здесь он. Они похожие. Идем дальше. Давайте дойдем до дороги. Помидорки розовые такие я беру по 5 лир. По 5 я их беру все время. Десять лир штука, тоже арбуз большой. Маленький 5. Вот такие у них были маленькие, но что-то сейчас нету. Маленький классный был. Кукуруза 6 штук, 10 лир. Пробы на пылесос я не буду цену узнавать. Клубника 20, я и забыл, 20 и 12. Уже забыл за клубнику. 15 абрикос, 10 вишня. 10 абрикос, 6 такие огурчики.
10 бананов. Вот эти вот бананы вкусные. Вот смотрите, какие. Это тоже аланийские. Маленькие бананы аланийские не люблю, а вот большие бананы точно вкусные. Блин, они огромные реально. 3 банана килограмм будет. Кабачки 5 лир, помидоры 2,50, это 25 российских рублей и 8 гривен. Огурцы 5, это 50 рублей и 16 гривен. И кабачки 5 тоже. Арбузы лира 50 кило. Много появилось маленьких, молоденьких огурчиков. Перец капи, как его много. 6 помидор, кило 10. Картофель 3,50. Морковь 4. Зелень по лире, руккола лира. 10 рублей или 3,20 гривна. Тут по 3 евро он как. А, не, тут турецкая лира, так написано, как евро. Нету цукини. Вот были они еще и по 2 лиры, мало того, что они вкуснее. И тоже небывалый случай, насколько я живу, блин, всю жизнь, у нас баклажаны всегда были дороже, чем кабачки. Тут кабачки 5, баклажан 2,50 сейчас. 10 штук, 10 лир кукуруза, лимоны. 4 кабачки. По 2 лиры баклажаны. Много кукурузы варится. Фух, дошли до конца, то я давно уже не доходил. Клубника тоже есть, но ее чуть поменьше, чем черешня. По 10. Абрикос? Абрикос на кадр? Абрикос. Цена 12. 12. Красивая, красивая. Очень красивая. Нормальная. 15 было. 12. Черный рынок. 12, 15. Черешня. Ну что-то абрикос вот не понижается цена. Ой, вишня какая крупная, люди, сейчас я ее, наверное, возьму, потому что вишня обычно мелкая. А здесь огончик, вишня какая, вот смотрите. Много крупная, такую я уже 100 лет не ел. Абрикос тоже как бы надо взять, наверное. Вишня твоя тоже, да? Не, бэш, на бэш лира. Бэш лира, ма? Бэш лира. Да. Я просто полкило возьму тоже. И мы дошли до дороги уже, друзья, начало рынка с этой стороны. И зеленая, это хренатин, которую они едят, зеленая. Я до сих пор этого прикола не понял, но поедают они тоннами просто зеленую, и это у них как... Не знаю, как у нас шоколад, наверное, так они любят. Да? Тамам. И полкило тоже. Полкило? Угу. Ben satarım siz öyle bakarsınız. Çok güzel. Хватит. 5, 11. 11. 11. Спасибо. Спасибо. Спасибо, пока-пока. Пока. Просто вообще шикарно. Приходите. Черешня действительно, ой, вишня действительно классная, потому что в основном мелкая, у него крупная. Так, все, разворачиваемся, идем в следующее видео. Сейчас будет следующая часть. Спасибо за лайки. Если это вы увидели сегодня же ночью, в понедельник, то следующую часть вы увидите. Чуть позже. Всем, 7 лир слива. Слива классная, конечно, блин, надо. Evet, buyurun, buyurun, buyurun. 1,5 kilo lira. Erik, üzüm 1,5 kilo lira. Пошли, ра. Окей. Тоже я все на 5 лир беру. Короче, персики красивые. По 10, кукуруза 8. Evet, abi, evet, abi. 10. И все, сейчас мы начнем следующую часть, друзья. Спасибо за лайки. Это рынок Воба у нас, понедельник.
день тяжелый, жарко.